Любите питаться вкусно и полезно? Вы наверняка знаете, что вкус и пользу можно совместить, например, в выпечке для завтрака. Посмотрите, как приготовить диетические оладушки, нежные и вкусные. Подавайте оладьи горячими, к ним можно добавить нежирный йогурт или же перетертые ягоды с небольшим количеством сахара. Мне очень нравится добавлять для аромата побольше корицы, ведь она идеально сочетается с яблоками. Это прекрасный диетический завтрак, готовьте на здоровье. Список ингредиентов в конце видео. Яблоки очистите и натрите на мелкой терке, слейте сок, но не отжимайте, добавьте овсяные хлопья и яйцо. Хорошенько перемешайте массу, затем добавьте соль, крахмал и ванилин с корицей, еще раз перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы хлопья разбухли. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте растительным маслом, столовой ложкой выложите оладьи на сковороду и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон. Подписывайтесь и ставьте лайки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Яблоки, 3 штуки, среднего размера. Овсяные хлопья, 4 столовые ложки. Яйцо куриное, 1 штука. Крахмал, 0,5 чайных ложки. Сода, 0,25 чайных ложки. Ванилин, корица, по вкусу. Соль, 1 щепотка. Масло растительное, 2 столовые ложки. Количество порций, 4. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Пусть вам сегодня повезет.